Андреевская Мария Ивановна, Санкт-Петербург, Москва. Ельник, пальцы растопырив, паутинится во враге. В алых блюдцах сыроежек влага капель налита, и гирляндами поганок ярко вышит мох кудрявый. Запах трав, кустов молчания, шорох павшего листа. Ночью с открытым балконом лакает дождик, как больной щенок из лужиц воду с отражением листьев. За темной, шевелящейся листвой мелькает небо, полное зорниц, а на земле, внизу, под тополями, темно и сыро тихому щенку. Снегурочка. Вот мои руки, холодные, детские, могут ли горю помочь, чтобы очаг и огонь бы потрескивал в долгую зимнюю ночь, праздник гирляндами им не увенчивать, струнами им не звенеть, даже озябшего серого птенчика в варежке не отогреть.